Дональд Трамп. Вот он, насколько прогнозируемо, что теперь вот то, как он вышел на определенную, как мне кажется, самую высокую позицию, или как я понимаю, то насколько вероятно, что он дальше удержит эту позицию и выйдет как раз в праймерис однозначно, в республиканский праймерис? Очень трудно анализировать избирательную систему США. Она имеет большую традицию и большую историю. Дональд Трамп уникальная фигура в части своего статуса как миллиардера и собственника многих казино, строительных компаний. Кроме того, он медиа фактически магнат. Он очень известен в США как ведущий участник многих шоу, реалити так называемых шоу. Но когда анализируешь внимательно предвыборную кампанию, нужно понимать в рамках США, что по сути дела две фигуры, они очень важны, так как идет не просто борьба за должность президента, но и вице-президента. Традиционно миллиардеры в США никогда не становятся президентами. Представитель олигархических кругов в США становятся президентами, но миллиардеры очень редко. Поэтому Джеб Буш и Дональд Трамп должны между собой определиться, если они будут участвовать в выборах, кто будет из них первое лицо, кто второе. Здесь очень большой аспект. Но Трамп, кстати, этнический немец, он по происхождению является немцем, его дедушка и бабушка были родом из Германии, он должен будет принимать решение по поводу дальнейшего участия. Не исключено, что он готовит почву для кого-то, не исключено появление новой фигуры, неожиданной, какой-то более известной. Но, может быть, все-таки акцент будет на Буше и на Трампе. Вот Джеб Буш, он кто двум Бушам, бывшим президентом США? Он младший брат Джорджа Буша. Последнего младшего президента, да. Из клана Буша, да. Второго президента. Так вот, все-таки Джеб Буш и Дональд Трамп будут два основных, пока что являются двумя основными фаворитами от республиканской партии, консервативно настроенной части американского общества. А вот на демократическом фланге, в среде демократической партии, его представителей была Хиллари Клинтон. Она уже весной этого года начала проводить такую фактическую избирательную кампанию, то есть активность начала предвыборную, да? Ну вот там вроде бы как сенатор, простите, да, сейчас сенатор от штата Вермонт Берни Бернард, полный вариант Сандерс. Тоже он оказался сюрпризом, и насколько это, как бы я понимаю правильно, дошло до того, что успехи Сандерса оказались более значительными, чем Хиллари Клинтон. И Берни Сандерс не слишком жалуется в демократической партии как фаворит. И поэтому даже рассматривается вариант, и это уже несколько недель назад звучала версия, что даже, возможно, пойдет нынешний вице-президент США Джо Байден в президенты от демократической партии, партии нынешнего президента Барака Обамы. Так вот, что, какая интрига на самом деле, действительно, я правильно понял, то, что касается демократической партии. Ну, я в начале программы сказал, что Сандерс, он не является особо, скажем так, рейтинговым, да? Он, если мы говорим про Буша, Трампа, Сандерса и уже Клинтон, мы расширили, да, сферу анализа, то Сандерс все-таки, Клинтон сильно уступает. Но Байден, по последним данным, уступает сильно Сандерсу. Поэтому разрыв очень велик. Но я не исключаю, что Байден может потянуться ближе и стать возле Клинтона. Это вопрос уже второй. Но Клинтон все-таки фаворит. Несмотря на то, что она является женщиной, в истории США женщина никогда не была президентом. Несмотря на то, что она супруга Билла Клинтона, много сторонников, которые не разделяют позицию Билла Клинтона, помнят хорошо его правление. Несмотря на то, что у него довольно жесткая риторика была одно время по отношению к России, и воинственная риторика, хотя в последнее время она смягчилась, тем не менее, у нее рейтинг довольно высокий. И Трамп, представитель республиканцев, он уступал даже ей в рейтинге. Понятно, что за год может все измениться, может все поменяться. США – это непредсказуемая страна в плане выборов. Но я думаю, что в стане демократов
Основная кандидатура уже понятна, это Хиллари Клинтон. И вы четко сказали, что она давно уже начала заниматься предвыборной кампанией. Вот кто будет вице-президентом, либо Байден с его опытом, либо это будет Сандерс, известный политик, бывший мэн Веллингтона, по-моему, если не ошибаюсь, и он уже много лет в палате представителей был, то есть известный человек, но это уже будет решаться позже.